Зачем вы прыгаете к мужику в постель и трахаете с ним, если вы встречаетесь меньше месяца? А потом вы удивляетесь, почему не складываются у вас отношения, почему он ведет себя как сволочь. Какая разница, что он вас хочет так, что его трясет? Какая разница, что вы чувствуете сердцем, что этот ваш мужчина, и он вам очень нужен, и вы его уже нашли? Какая разница, что у вас течет уже между ног, и ваша промежность мокрая? Какая разница, если вы нарушаете главное правило? Вы начинаете спать с ним до того, как вы его посадили эмоционально вот на такой крючок, потому что он должен думать о вас днем и ночью, он должен хотеть вас, он должен хотеть вас завоевывать, он должен хотеть вам подарить луну с неба, он должен бегать вокруг вас, потому что его член стоит вот так, он вас хочет днем и вечером, и утром, потому что ему вы нужны, но вы же сами все нарушаете, потом удивляетесь, поэтому нельзя спать, пока вы встречаетесь, 2 месяца. Ой, какая-то у него говорит, промежность вся мокрая. А, ребята, всем здорово, Саночка, я чувствую, аж возбудился, представляете, так сидишь там где-нибудь в кресле, там, да, вот чаечка к тебе такая подходит в халате такая. Я так тебя хочу, Александр, прям очень, да, раз такая, так приподнял так халатик свой, да, так ляжки показала, они там прям струйки текут. О, ребята, у Саныча прям как поднимется настроение, как я ее вот так вот ее буду, прям охренеет, честное слово. Ребята, это же самое волшебное, что может быть только между мужчиной и женщиной. Ребята, вот это вот все, эти ЗАГСы, вот эти отношения, вот это все там обеспечивает, там эмоции, это все фигня. Вот это вот, ну эмоции как бы именно вот от интима, от времяпрепровождения вместе, просто от того, что вы вместе. Вот это вот самое ценное между мужчиной и женщиной. Нет, это что не пропагандирую, да, а возьми ответственность, а реши проблемы. Нахрен это все надо? Нахрен это все надо? Ребята, мужчины, вот этого только нужно от женщин получать. Все. Самое ключевое – бесплатно. Вы понимаете, что вот ситуацию, ребята, я ж неспроста. Вот эти вот все там пошлинки такие в свои видео вставляют, типа, да, ребята, это подстегивает к тому, что когда женщина вот так вот прям потекла, ей ни хрена от тебя не надо, ребята, не живите с теми, кто вас не хочет физически. Ребята, все-таки старик Фрейд не просто так свои опыты проводил, да, ребята, если баба хочет, она сделает для тебя все, и твои деньги нафиг не нужны будут. Если не хочет, вот тут начинается ответственность, проблема, возьми замуж, купи то, купи это, детей моих обеспечат, вас гена, прими детей там и так далее. Ты ж настоящий мужчина, да потому что она не хочет тебя. Если она тебя хочет, она сделает все для тебя. Ну вот как-то так.